Сағат вақайлары ақта тариф әтмеге аздарма студияда мен Сұлтын Естакаева Челышам Хайлақ Шамлар. Қырымға коронавирус инфекциясына қаршы бірінде ашылама партиясыны кетірділер. Спутник В антивирусы ішлеп чықарылуынен Гамалея адына микробиология ве эпидемиология милли тытқиқат меркезі оғырашты. Логистика хусусетлеріні білмегі чүн ярымадаға 42 доза кетірілді. Оларынен 21 инсанна ашыламақ мүмкін. Бұй ләч 18 градус сувықта сақланылмақ керек, амма оны 2-нче сефер бұзлатмақ ясақ. Сақлық сақла виза Лігінде есе бұлдірділер ке кележек афта ярым ада ашыламаның 3000 дозасыны сақламақ ічін бұздылап әлде етежек. В Республику Крым поступила первая пробная партия вакцины против COVID-19 для тестирования логистической системы. В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты Российской Федерации, в том числе Республику Крым, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска. Вакцины из данной партии будут использованы для иммунизации медицинских работников, которые непосредственно оказывают помощь больным с новой коронавирусной инфекцией в инфекционных госпиталях. Сонке сутка девамында Крым хастаханелерінден 43 кіші коронавирустан тедавеленіп, евге қайтаралды, COVID-инфекциясы да 78 адамда таздықланды. Бұ ақта Крым елбашчысы Сергей Аксенов өз ичтимайы ағларында кесайфелерінде хабер әтті. Умумен пандемия башланғандан берле Крым жүмхуриетінде 3494 коронавирус хастасы белгіленді. Яқшы олғанларының сайысы 2213 кішіні тешкіл әтті. Вазиетна оператив штаб Незарет әте Сергей Аксенов қырмыларына джемат топланған ерлеріні зерет әткенде маскалар кемеге ве 2 метрлі қыфсызлық месафе қалдырмаға чығырды. Кезле фальджилері Крым татар езіджісі Эшреф Шемизадеге абиде ерлештірмеге істейлер. Оның үзерінді Крымда нам қазанған ресам Василий Василюк чалышам. Инсан бойында Чамур модели енді азыр шымды шерінің мемориеті монументы чүн ер қыдыра. Бір қач ер назарда тұтула олара қында бізі мұхбірлеріміздің малюматы. Работал сразу над двумя эскизами и стоячая фигура и сидячая фигура. Больше мне понравилась вторая фигура, которая сидячая, и продолжал над ней работать дальше. 2011 сенеден берле Хырымда нам қазанған ресам Василий Василюк Хырым татар шайры тәрджеман әдеби тәнхетчи Эшреф Шемизаденің абидесі үзерінде чалыша. О вақыт бұ ішні она тешебішчелер группасы тәклеф әтті. И впоследствии у меня появились несколько идей, которые я показал, и одна из них инициативной группы понравилась. Мы обсудили, доработали, и в итоге я стал работать над полноценным памятником натуральную величину мягкого материала в глине. Абиденен сечилген вариантында шаир отура, теж тарафтан онын козгаждевары эсеринден иллюстрациялар или рельеф. Шаирнын оғлы Абдураман жемаачылығынын тешубесі ақында білген сон электрашнен танышылмаға келді. Устаханеге кіргенінен тажипленді. Было очень приятно, когда он зашел в мастерскую и увидел, сказал слово «папа». А внук сказал, это дедушка. И он даже меня переспросил, вы, говорит, случайно отца не знали? Я говорю, нет, ну, очень удачный портрет, говорит, все. Очень понравилось. Эльвира Минаджиева шайырның ватанында кезлевде монумент тәкленуінің тешебішчісі олды. О, эмин хырымлар, о, сестидатлы семейдешлеріні білмек ве танымақ кереклер. Чтобы могли здесь собираться, ну, значит, общественные деятели, пообщаться, может быть, о каких-то новинках в литературном мире поговорить. И памятник, конечно, если мы осуществим эту идею, это будет, конечно, это наша честь будет для следующих потомков. Курорт шайырының фальджилері монумент ерлештірілуі үшін бір хач ерні тәкліп әттілер. Кезлев мемориеті яқын вақытта сонки қарарыны сеслендіредек. И после того, когда будет уже сформировано эскизное предложение данного сквера Эшрефа Шемизаде, значит, будет уже администрацией города Евпатория утверждено данное место как вот место дислокации памятника. Юксеклігі 3 метрден зияде олған абиде бұйук малееви масрафларыны талап әтте. Инсан бойында чамур модели әнді азыр. Сонра она көре гип шекел яратылажақ. Нетижеде есе абиде бақырдан ясылажақ. Шымдылық фальджилер малееви жеттен ярдым әте білген иш адамларыны тапмады. Абзуны кечірілістірмек үчін 1,5 миллион рубле топламақ керек. Ве бұ тек абиде үчін керекле пара. Шер мемуриеті ве фальджилер абиде ерлештіруі үчін бақан ерлерден бұры кезлев шерні
Алматының мергези скверінде ерлеші вебелкі тезден бұйерде абандлаштырылған территория пейда олур. Султания Бакал, Севиля Меметова, Алим Сейдалиев, Миллет Ичун. Крым интернет-провайдерлері су топлаған емкістілер қойылған ерлерді геже күндіз чалышқан видео көзету камераларыны ерлештірелер. Пайтақтының Чешит районларында белгісіз адамлар 6 чапчақны бұзғанларындан сон бөле қарар қабыл етілді. Месулетлі бизнес ве вандалларға қаршы көре шаққында бізі мұхбіріміз Сұлтыние Баккал. Чоқ чатлақлар ве бұйық тешіклер яқында Ахмежетте ерлештірілген 6 чапчақ шымды таман бойледір. Оларның кем бозғанын шымдылік бейледе гіл, ама әнді чапчақлар бір шейге ярамай. Умумен шерде ерлештірілген чапчақларының сайсы 130-дан зияде. Оларының сатын алынуына шер әкеметі 27,5 миллион рублей масраф өтті. Мария 3 жылдан берлі Бородина соқағында яшай. Хайдетті ке су олмаған вақытта чапчақлар бұйық ярдым көстере. Қыз әмін камералар ерліштілуі зиянкарлық алларына қаршы олур. Камера, она играет свою важную роль, потому что вредителей очень много, знаете прекрасно, как бы, да. И поэтому я думаю, что да, она необходима. Ерлі сәкенлер хувана алыр, чүнке оларның соқағында емкіс ерлештірілді. Демек, әрвақыт су едігі олажақ. Спасибо большое. Главное, тот я с возрастом и рядышком вода. Су топлайджы ерлештірілген территорияда ән аздан бір камера хуюла. Байтақтымызның аман-аман әпсі интернет-провайдерлері шәр әкеметіне қол тұттылар. На сегодняшний день мы установили в проблемных точках Симферополя две камеры видеонаблюдения. Это Самокиша 2 и Бородина 2. Средняя стоимость установки камер порядка 20 тысяч рублей. То есть все расходы и обязательства интернет-провайдер взял на себя. Ахмежетте әнді геже күндіз чалышқан 4 камера ерлештірілді. Лиза Чайкина, Бородина, Самокиша, Веростовская соқақларда. Да, 130 камера ерлештірілуі планлаштырыла. Еще ряд провайдеров выразили желание установить. Я думаю, что эти камеры будут у нас на сегодняшний момент установлено порядка 130 емкостей. В ближайшем времени, я думаю, что будут закуплены со стороны провайдерами эти камеры и установлены соответствующие на этих емкостях. Шереки миетінде хайдет телерке камералар ярдымынен бозуджыларына тутмақ мүмкін олур. Терті батлардан малюмат ішкі ішлер везірлегіне еуланачақ. Везарар кетіргенлерге жезат әнленечек. Сұлтыне Бакал, Саид Влиляев, Миллет Тычун. Эрмени базарда ерлешкен заводта экшы модделерні нейтрализация этмегечун ерлеш шыркет мақсус донатма ішлеп чықарды. Шу себептен Крым шымаленді экологик вазиет хафлы олажақ. Мүйседе құручылық ішлер екінленді венді хадимлер озешіні башламаға азырлар. Бір сутка девамында 900 тонна зарар кетірген модделерні йоқ этмеге планлаштыралар, лейха МД-150 яны іш ерні яратачақ. Предприятие в данный момент работает на полную мощность, соответственно, с соблюдением всех технологических режимов, регламентов и всей нормативной документации. Что касаемо выброса, все контролируется как и внутренними лабораториями, так и внешними лабораториями, вплоть до того, что непрерывный мониторинг производится. Тоқтатылған 15 бала бақчасында құрыжылық келеджек сене ғайрыдан башланаджақ. Объектлер федераль мақсадлы программа черчевесінде құрылайды. Эр біріне лейха тізіджелер белгілене джек, епісі объектлер үшін лейха смета весіқалар дұғыртыладжақ. Бұақта Гүзел Мамбетова тариф әте. Светлана Койда Мамут Султан көйіне 2 ел әвелсі көчіп келді. Яқын ерде балабақча олажағына пек қуванды. Садик здесь необходим. Здесь действительно много семей, многодетных семей. Вот соседние у нас соседи, у них 5 детей. Двое в школу ходят, трое еще не ходят. И здесь очень многие обрадовались садику. Но с 17 года уже дети подрастают. Бала бақчаны тап 2016 сенесінің декабрь айында құрып башладылар. Оның умуми фияты 226 миллионны тәшкілеті. Мамут Султан көйінде екені бала бақчасы бұсіне ачылмақ керек еді. Амма тыш қызметші ярамай чалышқаны себебінден үшлер 2019 сенесі тоқтатылды. Шымдылік мінда бош ер ве құрыджылық чөпліклері. Сонра тыш қызметшінен аңлашма бұзылды. Әнді 2017 сененің сентябрь айында бинаның тәкленулігінен башқа тышкілі тоғрашы башлады. Амма бұда ярдым етмеді. В настоящее время, как мы видим, строительно-монтажные работы на сегодняшний день не ведутся, ввиду отсутствия генерального подрядчика.
Государственный контракт будет заключен после проведения корректировки проектной рабочей документации и получения положительного заключения экспертизы. Ахмеджетте маршала Жукова районында мектептені велкому и сеседе тамам бойле вазетте. Профиль хызметлер яңы тыш хызметчіна араштыры башлайжақлар. Бала бақчасы 260 баланы сықтыраджақ. Перед нами, если мы обратим внимание, находится уже лифтовая шахта, которая в дальнейшем будет предназначена для маломобильных групп населения. Харамнан хуруджылық везірлігінде хабер етелер ки бусіне бала бақчаларға пара текрар айрылачақ. Энді келечек сенінің яс мевсімімде 15 тоқтатылған бала бақчада хуруджылық ғайрындан башланачақ. Гүзель Мамбетова, Арсен Фукала, Миллет үчін. Кефеде азбар ве жемаат территориялар абаданлаштырылуына 80 миллионға яқын рубли айрылды. Ишлер Қырымның везірлер шурасы ве Москва шәһерінің акимиеті арасында тізілген аңлашма чәрчевесінде алып барыла. Бу ақта біздің левхамыз. Оңайтылы азбар бүгін бұ парковка балаве спортив мейданлар, пиаделер зонасы. Тамам бұларнен құрыджылар ерлі сәкенлеріні қуандыражақлар. Юрий Поляков бұ әвді әнді 40 елдан зияде яшай. Айтаки, абаданлаштырылуф бойынша ішлер дайыч бір вақыт алып барылмаған еді. Ат татар қалдырымлар олмады. Амашымды әршей дыңышты. Айтаки, кефик бір француз азбарыны вей барбекю зонасыны тышкел етмек яқшы олур еді. Мы очень рады, что тут все это происходит, что это делают, что нам так пошли навстречу. Мы очень довольны. Мы уже даже представляем, как тут будет все хорошо. Будет образцовый двор. 40 миллиондан зияде рубли азбар территорияларының абаданлаштырылуына айырылды. Кефилилер шер мойты яхшы тарафка дыңышы джегіні чоқтан берлі бекледілер. Стараемся для людей, облагораживаем город наш, чтобы было все красиво. Құрыджылар қалдырым плиткасыны тошейлер, кварталының ішіндекі йоларны тамирлейлер, тышқы ярықларны дыңыштырелер. Объекте чешіт мақсус техника чалыша, илеріде дёрт азбарны абаданлаштырмаға істейлер. Конечно, рады, это видите, какой будет красивый двор. Азбар территорияларындан ғайры кефеде парк зоналары да абаданлаштырыла. Мында енді скемлелер, урналар, бала мейданы ерлештірілді. Бюджеттен бұл мақсатларға 35 миллион рублей айырылды. Проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий позволит повысить качество и уровень комфорт проживания граждан на территории городского округа Феодосия. Екатерина Буланова, Кайтетеки, тышхызметчі графиктен эвель алып бара. Азыр объектлерні энді декабрь айында тапшырмаға планлаштыралар. Гүзель Мамбетова, Сабина Диниева, Виталий Голубев, Миллет үчін. Территория Ешелленова бойынша ішлер бала паркында башланды. Хадимлер баш алияда азырланған ерге чечеклер сачалар. Бұл мезуның девамы біздің левхамызда. Бияз ве гүлгүлі бегониялар учкоше шекелінде сачылған. Меркезге яхынжа күз чечеклері осе бала паркының клумбаларында чечеклер сачылуының күз ішлері башланды. Ама әр бір клумбада ресім бойле олмаджақ. Ландшафт мемарының фикрынжа кемер қысымларда чечеклер бір сырада сачыладжақ. Мы сейчас занимаемся посадкой растений, осенних растений. Осенние растения – это хризантемы в основном, но еще добавляем бегониями. Автодива Манда паркнан хадимлерам меркези алияны яраштыра джахлар. Бусене эликсифер буишлен мутихассыз ландшафт мемар огроша. Здесь уже был рисунок, который был высажен для летнего периода цветения. Мы убираем некоторые растения, которые имеются, оставляем то, что может свести до заморозков, и подсаживаем то, что нам уже нужно на осенний период. Паркта чох елых чалылар яны гүл чечекләре сачылды. Паркта теплица бар чечекләрне тамам мындан алып клумбаларға сачалар. Сачувдан әвел хадимлер топрахны азырлайлар, эски өсімліклерден темізлейлер. До конца этого месяца мы планируем завершить посадку, и потом уже ближе к середине октября цветы будут радовать вот просто буйством красок. И что самое важное, каждый, кто будет заходить к нам тут от центрального входа, будет чувствовать потрясающий абсолютно медовый аромат. Ноябрьнің сонында сыджақ севген чечеклер теплицаға қайтаджақлар, веоларны бар сачуына азырлайджақлар. Нравится парк, очень нравится. Вот сейчас он стал еще более такой весь в цветах, зелени много, ну, дышать свежо. Мы довольны парком,
и довольны озеленением, которое проводят. Ошумлюклер сачылуы сентябрнын сонунда екенлюджек. Селфи ве фотосессиялар эндышым дырақ бетлі. Яны кузлик кеймелердеки парк зеречелерні харшыламаға азыр. Султане Бакал, Илья Кутузов, Алим Сейдалиев, Миллет Ичун. Ялтада вестими изды аттракционларнын сайплеріне гостехнадзор идаресынан хадимлеры девлет регистрацион ишаретлеріні берділер. Апрель айында канун чалышы башлады, она незбетін эпоса аттракционлар батутлардан каруселлергеже қайт олынмақ керек. Енді кімлер яны қайделер бойынша чалышқаны ақтабы Зымлев Хамас. Я вас поздравляю с очередной регистрацией. Не вручаю вам государственный регистрационный знак на аттракционную технику. Павел Князевны аттракционларнын хавсызлық грантыне тақдерлейлер, регистрацион ишарет. Экстремаль игленджелернын мүхлислері бәр чықларға қиымет кесебілейлер. Оларын хавсызлығы ақта разызланмаға себеп йоқ. Все необходимые процедуры мы прошли и получили необходимую регистрацию. Вот. И теперь и гости, и мы уверены, что каждый чувствует себя в безопасности. Семейздеки аквапаркда қавсызлыққа тешкерілді. Яз біткеніне бақмадан туристлер ақымы азлашмай. Демек, аттракционлардың регистрациясы да актуаль қала. Вызывали неоднократно техосвидетельствование, чтобы они нам подсказывали, как быстрее, как лучше, как качественнее, чтобы людям было комфортно отдыхать. Эрбір иш адама, оның весиқалар пакеті олса, аттракционны қайтетменге ариза яза біле. Бұндан сон оларны темелден тешкерелер. Эрбір детальге диққат айрыла. 5 рабочих дней, когда мы должны выехать и осмотреть такую технику. И если она без изъянов и действительно отвечает всем требованиям безопасности, то мы регистрируем такую технику и выдаем уже регистрационный знак и свидетельство о регистрации. Бу ишне мемлекетіміздің дегер йонларындан ден адашларымыз козетелер. Изучаем, для нас это новое такое деятельность, которую мы хотим тоже в Калининграде привить. Яны қайделерге көре гостехнадзор инспекциясында қайт етілмеген аттракцион техникасыны қолланмақ мүмкін дегіл. Девлет регистрациясы ақта бойлы ишарет әрбір аттракционда олмалы. О араба номеріне ошай. Мында регионның номері ве регистрацион номер языла. Гостехнадзор хадимлері бұ курорт мевсімінде енді 50 бойлы ишарет берділер. Тахминен 15 данесы бақыла. Ленура Бурсиитова, Сабрия Алимова, Рамазан Алевапов, Миллет Ичун. Франко адына китапханеде Тереховские чтения екібін егірім адлы эдеби оқулар кечірілді. Олар Владимир Тереховның 83 жылдығына бағышланды. Бұл қырым шайыры, ватандашы ве кеніш гонулі инсандыр. Хатыра тедбірі Крым Букфест 2020 адлы эдеби фестивалінің екінші күні чәрчевесінде кечірілді. Бұл ақта мұхбірлеріміз девам әте. Владимир Тереховнын бутуны джади елу қырым иле бағлыды. Да, балалық чағында о анысынен бірабер ағманияға алып кетілген еді. Қатқан сон исе ватанға бір качы деби эсер бағышлады. Первасыз қалмаған адамлар ярдымынен бүгін бұйук языджынын қатырасыны андылар. Именно он остановил строительство атомной электростанции в Щелкино. Именно он был инициатором, первым представителем русской общины Крыма. Ну, человек замечательный, один из крупнейших наших поэтов. Кечкен сене шейр аккында хатыра оларак Ильк Терехов. Окуларыны кечердылер. Бу сене тедбир энди кичик фестивальге чеверилды. Онын черчевесінде шериль ве улкешаныз конкурслар олды. Шайрнын тул кадыны тариф этеки. Онын омюр аркадашы акта хатыра жанлыдыр. Вы знаешь, говорит, там мужик до того на Терехова похож, те ребята, с которыми вот, ну, сторожа вот эти, он со всеми за руку. А я, говорит, он был, да брось. Вот понимаешь, что люди даже не верили. Омюр аркадашлар бераберликте ылы уч еллык омюр кечерделер. Наталья овакыт болия адамлар олганына тааджеплене эди. Окуларга элиге якын киши етип келди. Истеклилер исе бундан зиеде эди. Эпидемиологик санырлануулар себебинден тешкилячилар кошма чарелерни бактылар. В результате этого обсуждения было принято решение об учреждение медали имени Владимира Павловича Терехова и премия литератору Крымского полуострова. Тешебюс медалин макеты етырылғанынен ве техник моментлер ойгунлаштырылған сон чалышып башлайджак. Шымделік ісе шарнын хатырасыны онын достлары, зянатдашлары ве истидатнын мухлеслеры эр-ы анаджаклар. Диана Бекмамбетова, Марина Соловьева, Саид Влиляев, Милет Ичун. Бүгінге бойыпысы қабірлер Миле телеканалындан айрылманыз, қайырлақ шамлар.